Добрый день, господа. Меня зовут Максим. Вы на канале Заквайс. Сегодня продолжим разговор про интернет-бизнес, заказ товаров, одежды и электроники из США. В Америке существует два основных способа покупок. Первый способ, когда вы приходите в магазин и выбираете вещи там. Второй способ, не выходя из своего собственного дома. Оба способа хороши. Более того, все крупные магазины имеют веб-сайты с полным ассортиментом товара, даже такого, какого нету в демозале. К примеру, если вам понравилась модель джинсов в Колсе или в Диллардсе, но этой модели нету вашего размера в зале, вы можете прийти домой, в интернете найти ту же самую модель, выбрать даже разный цвет и посмотреть, если есть ваш размер, вы можете заказать модель вашего размера. Практически все магазины предоставляют скидки и обеспечивают бесплатную доставку, если вы превышаете какой-то уровень покупки. На некоторых магазинах минимальный уровень заказа $20 для бесплатной доставки, где-то $50, все зависит от магазина, которого вы используете. Я уже рассказывал про американскую почту, поэтому ваш заказ после оплаты будет вам доставлен в течение буквально 3-4 дней максимум. Придет человек, постучится к вам в дверь и вручит ваш заказ. Оплата тоже крайне простая. Вы оплачиваете пластиковой карточкой. Где-то позволяют оплачивать PayPal. Но в основном это пластиковая карточка. На примере магазина Kohl's я вам сейчас покажу, как можно заказать джинсы. Можно заказывать любые вещи. Практически, как я уже говорил, все магазины. И Victoria's Secret, и Dealers, и Kohl's, и Target, и Walmart, и Best Buy, и CompUSA, и Apple Store, все фактически ведущие фирмы предлагают вам заказ в интернет и стимулируют, то есть предоставляют даже дополнительные скидки, если вы заказываете в интернет. Сейчас очень популярно заказывать вещи из США, потому что, ну, все мы знаем, что в России совершенно безумные цены на качественные вещи. Это касается и одежды. Про женские вещи я вообще не говорю. Если вы зайдете в Victoria's Secret московский, сравните с ценой Victoria's Secret в Америке, это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Поэтому многие наши соотечественники подсаживаются на такого рода интернет-коммерцию, особенно те, кто ждут permission to work. Для некоторых это, собственно говоря, единственный основной вид бизнеса. Как правило, эти посреднические фирмы предлагают следующий вид услуг. Или от вашего имени делают заказ, или вы сами делаете заказ, оплачиваете его, но указываете адрес посредника. Посредник получает ваш товар, дальше он его перепаковывает и перенаправляет вам в Россию или в страны СНГ. Ну, берет, естественно, за это какие-то процентные ставки. То есть все предельно просто и понятно. Вот. Мы сами тоже такой бизнес развернули, поэтому если кому-то что-то надо, мы можем предложить свои услуги. У нас работает команда по обработке таких заказов, наработанные каналы для доставки в Россию. Можно заказывать электронику, компьютерную технику, опять же вещи, опять же Victoria's Secret, про которую я уже говорил. Очень часто в американской Victoria's Secret проводятся совершенно фантастические аукционы неслыханной щедрости. Мы это рассказывали полгода нашим знакомым, когда была акция на женские трусы и какое-то нижнее белье. При покупке комплектов на $20 вы можете купить, по-моему, порядка 5 комплектов разных. Но это как бы в частности уже. Вот. А вот сейчас я уже открыл сайт Kohl's, и я вам покажу, как это работает. Вот у меня сайт Kohl's. Я захожу сюда, выбираю, к примеру, товары для мужчин. Дальше меня интересуют джинсы. Ищем, что тут у нас здесь есть. Men's shorts, swimwear. О, джинсы. Отлично. Заходим сюда в джинсы. Заходим сюда в джинсы. Щелкаем. У меня основная проблема, что в торговом зале нету джинсов моего размера. Это Double XL. Это 42 размер по американской классификации. Найти их очень сложно. Ну, и вот я смотрю, что у нас здесь есть. Да, что здесь предложение. Покупая одну пару, вторую вы можете купить за полцены. Ну, для примера, не буду долго тратить ваше время. К примеру, вот эта моделечка. Можно даже выбрать цвет. Джинсы вот такого размера, такого цвета. Цвет меняем. То есть, вот эта моделечка разного цвета. Ну, к примеру, вот эти вот мы джинсики выбираем. Выбрали их. И
Дальше нажимаем на модель. Это у нас джинсы Levi's, 505 модель. И пошел у нас заказ. Мы выбираем цвет, какой мы хотим взять. Вот эти вот такие вот тертые. Дальше смотрим, какие есть размеры. О, есть мой размер 42 на 32. Вот я щелкну на него. И дальше что мы можем сделать? Дальше я могу добавить тубэк, сумочку. Все. У меня появилось, что мои джинсики добавились в мой заказ. Как правило, все сайты предлагают вам зарегистрироваться. Вы когда входите своим логиновым паролем. Здесь сохраняется в этом случае вся история вашего заказа, все, что вы хотите заказать. И в конце, когда вы собираетесь уже оформить свою покупочку, щелкайте на свой бэк. Дальше откроется соответствующее окно. Я не буду сейчас щелкать, хотя ладно, покажу вам. И дальше у вас показана общая сумма заказа, тоже джинсы заказывал. И нажимаете на чекаут, а дальше вы вводите данные своей пластиковой карточки и производите оплату. И, естественно, указываете адрес. То есть, если вы работаете с американским посредником, вам необходимо будет у него узнать его американский адрес, куда будет сделана доставка джинсов. Как правило, все посредники берут фиксированную ставку. Она колеблется от 15 до 30% в основном. Кто-то, ну, кто более жадничает, требует ставку аж 50%, но, как правило, такие уже вымерли, как мамонты. Особо хочу рассказать про клиренс. Большинство магазинов имеет специальный раздел распродаж, он называется клиренс. Это американское такое словечко. Вы заходите сюда и можете увидеть, какие вещи вам предлагаются на клиренсе. Что это такое? Это скидка, реальная скидка, до 80% от стартовой цены вещи. То есть, если вещь попала в этот магазин, и она имеет регулярную цену порядка там, $40, вы эту вещь сейчас на клиренсе, если она здесь присутствует, можете купить в пределах $10. Это очень интересно, это очень любопытно. Вот. И здесь вот таким же образом выбираете вещи. Теперь пару слов вообще про американские покупки и как по уму покупать вещи в Америке. Опять же, существует несколько способов. Первый способ, когда вы просто пришли в магазин и просто купили понравившуюся свою вещь. Способ незамысловатый, главное, чтобы были деньги, и, как говорится, вы сами себе рыбаков. Вариант второй. Если вам эта вещь понравилась, но вы не готовы заплатить эту цену, но вы видите, что в торговом зале таких вещей достаточно много, вы можете подождать пару недель и посмотреть по поводу скидки. Потому что если в течение двух недель эта вещь не продалась, магазин устраивает понижение цены. Это касается тоже всех магазинов, это стандартное правило и практика для Америки, понижение цены. Если в течение двух недель остался какой-то сток, запас этих вещей, происходит еще раз понижение цены. Ну и в третий раз происходит это клиренс. Это тотальное понижение цены до самого-самого низкого уровня. Вещи могут стоить и по $5, которые раньше стоили 40, 50 и $60. И тогда эти вещи окончательно раскупаются полностью. Бесповоротно они на клиренсе полностью уходят за такие деньги. За $5 разбирают практически все. Потому что очень много людей занимаются интернет-коммерцией. Очень выгодно брать вещи за $5, потом продавать их через eBay, там, через другие какие-то ресурсы. Вот. Это вот вопрос клиренсов. Существует еще такая акция, как Black Friday. Проводится эта акция несколько раз в году. Основная, конечно, Black Friday – это у нас Новый год. Тогда устраивают тотальные распродажи на все. В некоторые магазины скидки настолько высокие, что даже американцы приходят к открытию и чуть ли не записываются в очередь. У меня была такая ситуация, что в том году в магазине, который аналог нашего рыболова «Спортсмен», были серьезные скидки на генераторы электрические, на патроны. Вот, на какие-то еще вещи, связанные с охотой и рыболовством. Вот, и мой друг Эдик с утра прямо к открытию магазина-то пришел и был весьма удивлен, что огромное количество фермеров уже стояло в очереди. Как только магазин открылся, туда все ломанулись и покупали по этим скидочным ценам патроны ящиками, покупали все, что было на очень серьезными скидками, там специальная обувь, комбинезоны, там разные вещи. То есть, ну, кто занимается охотой и рыболовством, меня поймет, то есть качество этих магазинов очень высокое. Я вам еще покажу ролик про непосредственно про эти магазины. Вот. Это что касается распродаж. Также в одном из роликов я уже рассказывал про купоны.
Если вы оформляете подписку на конкретно сайт каждой компании, будь то Abercrombie & Fitch, будь то Dealers, будь то Victoria's Secret, вам регулярно раз в неделю приходят какие-то интересные предложения, опять же, по распродажам, какие-то скидочные купоны. Это тоже крайне полезная вещь, потому что купоны очень интересные, могут быть скидкой на $5 и на $10. Вы можете купончик распечатать на принтере, прийти в магазин и на эту сумму просто набрать вещей или добавить эти $10 к понравившейся вещи. Вот. Практически я рассказал все, что хотел. Дальше в описании я проведу список всех основных сайтов, магазинов, которые на слуху, как говорится. Вы можете посмотреть. Сразу сделаю предупреждение. Значит, некоторые сайты рассчитаны на работу только американского потребителя. Поэтому, если у вас вдруг сайт какой-то не открывается, не бойтесь, сайт на самом деле работает. Вам просто нужно войти на него через прокси-сервер. Есть такая специальная программа, которая позволяет маскировать ваш физический адрес размещения. Вы просто туда заходите и вбиваете адрес того сайта, в который вы хотите зайти. Я знаю, вот Target очень не любит российских покупателей. И из СНГ тоже эти адреса блокируют. Поэтому вот в Target, если вы хотите посмотреть ассортимент, вам придется через прокси заходить. Также, вот я знаю, автомобильные ресурсы тоже блокируют страны СНГ, как Teleblubook, kbb.com. Это продажа автомобилей, автозапчастей, тоже вам придется вот так же через прокси заходить. Но большинство, конечно, ресурсов вам позволит войти, вы посмотрите. Вот, и если вдруг что-то захотите заказать, соответственно, внизу я укажу свои координаты и вкратце опишу, как происходит заказ разного рода вещей из Америки. Дальше. Из анонсов хочу напомнить про конкурс, который у нас идет. Выиграю свою электронную сигарету. Пока я вижу очень мало подписавшихся на этот конкурс. Хочу еще раз напомнить. Розыгрыш будет происходить среди тех людей, которые вот на этом ролике про конкурс разместили свои имя, фамилию. Можете просто написать там, как вас зовут, из какого вы города, чтобы вас можно было идентифицировать. И дальше вот среди этих людей будет уже розыгрыш, потому что я вижу, зарегистрировавшихся очень мало, может быть, люди просто забыли. Вот конкурс у нас пройдет в конце мая месяца. Я специально сниму по этому поводу ролик, чтобы все было по-честному, вы увидели, кто выиграл. Ну и, конечно, я принимаю заявки на сюжеты, отвечаю на ваши вопросы. Специально сейчас создам ролик «Вопросы-ответы», где вы будете спрашивать меня обо всем. Все, что знаю, я вам постараюсь рассказать. Удачи, оставайтесь на канале. Если вам какие-то видео понравились, рекомендую своим друзьям. Подписывайтесь на канал и, соответственно, размещайте ссылочки в социальные сети. Хорошего вам дня!